Добрый вечер! Здравствуйте вам всем, которые сегодня смотрят. Я сегодня хочу поделиться с вами одно очень интересное событие, которое со мной стало на несколько недель назад. Но все равно это стоит в моем уме. И с тех пор, как это со мной стало, я встретила одну женщину. Я все равно думаю про эту тему очень много. И с каждым днем я встречаю больше и больше людей, который тоже самую проблему имеет, которую я сейчас с вами буду об этом говорить. Мы все знаем, что с тех пор, как стал вирус, многие люди потеряли свои работы, потеряли свои бизнеса, их многих уволили с работы. И, конечно, тяжело, очень тяжело стало с деньгами. Люди, которые кормили очень много семей, потому что у них были бизнеса, на котором 5-6 семей могли пытаться. Потерял, если этот человек свой бизнес, значит 5-6 семей потеряли свои заработки. Конечно, те, которые могли подать на unemployment, те, которые имели деньги, которые они уже сохранили заранее, им немножко легче. Но есть люди, которые не предвидели все это, они не знали, что все это будет. И это очень тяжело этим людям все это как бы воспринимать. Несколько недель назад, когда я делала свой шопинг, покупки, подошла ко мне одна женщина. Я эту женщину никогда не видела, я ее не знаю персонально. Но когда она меня увидела, она мне сказала: «Ты знаешь, тебя зовут Йохевед?» Я сказала: «Да». Она говорит: «Я тебя смотрю на Facebook, и я очень благодарна тебе за то, что ты говоришь, что ты нам даешь немножко хизук, нас немножко успокаиваешь иногда. Я хочу тебе сказать, что у меня последние времена были очень тяжелые времена». А я спросила у нее, что стало. Она говорит, что мой брат имеет очень большую компанию, где он продает одежды. Я не хочу называть имя компании, потому что я не спросила разрешения у этой женщины, поэтому я не могу сказать компании, имя этой компании. Но это очень знаменительная компания. У меня самой есть платье от этой компании. Она сказала мне, что с тех пор, как этот вирус начался, его компания обанкротилась, и он потерял очень большие деньги. Она работала в этой компании, значит, это тоже повлияло и ее. Она мне сказала, как она сильно переживает, она не знает, что будет дальше. И она просто хотела со мной это поделить и сказать, что, видишь, многие слушают иногда, но не знаешь ты, на кого ты можешь дотронуться своими словами. Потом я с ней попрощалась, но с тех пор, как я с ней поговорила, и она мне сказала свою историю, она была на моем уме. Я много про нее думала. И пока я про нее думала, я смотрела, сколько по-настоящему людей теряют свои работы, потеряли свои заработки. Больше и больше людей. Я решила, что я хочу говорить насчет этой темы, потому что нам всем как-то тяжело сейчас, в данный момент. Все мы как-то затронутыми. Не так было, как раньше, потому что просто люди сейчас не так, как раньше, выходят на улицы. Люди, которые раньше много денег тратили на одежду, не так много покупают. Люди, которые раньше шли в магазинах, часто стригаться, не так часто стригаются. Поэтому парикмахера, люди, которые сапожники и другие бизнеса, как рестораны, они много из них это сильно затронуло. Вопрос такой. Что мы можем делать, когда кажется очень тяжело? Когда такая тяжесть, что иногда не в наших руках, но мы попадаем в депрессию. Мы начинаем волноваться, переживать, и мы просто не знаем, к кому обратиться. Что будет с нами дальше? И много раз, когда это с нами происходит, немножко мы чувствуем неловко, потому что тяжело пойти кому-то и сказать, что мне сейчас с деньгами тяжело. Этот человек чувствует себя embarrassed, он стесняется это говорить. А есть другие люди, от кого мы можем научиться очень многое. У них ничего нету и никогда не было. Они уже смирились с такой жизнью, они радуются с такой жизни, потому что это то, что они уже знают. Была другая ситуация, в которой я позвонила одной женщине и сказала,
что у меня для тебя есть маасер. Кто-то мне дал 10% своего маасера, я хочу тебе эти деньги дать. Когда эта женщина спросила у меня, сколько маасер у тебя, я сказала, у меня $186. Она сказала, ты себе не поверишь. Вчера я дала $200 своего маасера от своего месячного заработка своей подруге, потому что я знаю, что маасер мы все должны давать. И я спросила Бога и сказала, Худоджон, пожалуйста, помоги мне. Я делаю эту митцву, которую я должна делать, и я помогаю своей подруге, которая и нуждается этими деньгами. Но я тоже нуждаюсь в этих деньгах. Но я знаю, Бог, что если я помогаю другим, ты обещаешь, что ты никогда нас не оставишь. И именно сегодня, после того, как я дала эти $200, эта женщина мне сказала, ты мне сегодня звонишь, и ты мне даешь $186. Вау! Как, оказывается, Бог интересно работает. Никогда Бог не оставляет своих детей. Мы не понимаем, как эта ситуация пройдет. Мы не знаем, что будет дальше. Если мы проиграли самым большим бизнесом, если мы проиграли нашим домом, не дай Бог, мы должны помнить, что у нас еще есть наше здоровье. Если мы будем обращаться всем докторам мира, ни один доктор нам не поможет, как поможет Всемогущий, как поможет Бог. Все лекарства, которые есть в этом свете, самое основное лекарство – это наша молитва. А не только наша молитва, это наша вера, это наша надежда. Если мы по-настоящему от всей души будем верить, что Бог нас никогда в жизни не оставит, что Он всегда будет с нами, значит, Бог нам поможет. Иногда Бог нас испытывает, дает нам очень много всяких экзаменов, вещи, которые мы никогда не могли предвидеть. Он хочет в нас проверить, кому мы будем обращаться. Он хочет нас испытать. Мы придем к Нему, мы откроем нашу душу, мы будем плакать и спрашивать Его для помощи. Когда мы обращаемся к Богу для помощи, и мы плачем от всей души, и мы верим от всей души, что только Бог нам поможет, Бог нам поможет. И если эта женщина смотрит сегодня, та женщина, которая ко мне подошла со своей историей, она очень сильно волновалась. Я надеюсь, что она услышит этот месседж, чтобы немножко она смогла иметь надежду, и она смогла понимать, потому что этот месседж нужен всем нам, даже мне. Мы забываем иногда, мы переживаем, мы берем все на свою руку, все на свою шею, но иногда просто надо отдать нашу проблему Богу. Наши мудрецы нас учат «Ешуат Хашем кехерев». Айн. Что это означает? Бог может нам помочь за одну миллисекунду. Иногда мы не знаем, как Он нам поможет, но Он знает уже, что Он может для нас сделать. Для нас это тяжело понимать, потому что мы люди, мы думаем как люди. У нас мозги имеют немножко только. Наши мозги не могут все понимать, но Бог может сделать все на свете. И сами мы иногда не можем понимать, как это с нами случилось, что так Бог нас от этой проблемы убрал. Я почитала одну историю в одной книжке, называется «Living Emuna». И я рекомендую эту книгу всем. И эта история, которую я там почитала, именно с этой историей я прихожу сюда поделиться это с вами и с той женщиной, которая подошла ко мне. Если один из вас переходит такую тяжесть, если кому-то сейчас тяжело с деньгами, вы потеряли большие деньги, вы потеряли свою работу, вы закрыли свои бизнеса, послушайте эту историю. И я надеюсь, что эта история даст вам силу такую же, как она мне дала. Был один мужчина, его зовут Мартин. Мартин работал в Walmart. Он был менеджер. Его работа была набрать компании с Китая, с Чайны,
чтобы заказывать большие товары. Один день в апреле месяца один человек, его зовут Чак, он звонит Мартину, и у Мартина заказывает 500 тысяч snow globes, снежные шары. Когда Мартин увидел, сколько денег он может заработать с этим ордером, он решил, заместо давать этот ордер Walmart'у, он сам хочет этот ордер заполнить, потому что он может сделать очень-очень большой прибыль. Он решил поставить свои личные деньги, пошел к своим друзьям и взял у своих друзей в долг 2 миллиона долларов. Несколько месяцев прошло, Мартин был в очень хорошем настроении. Он пошел в парк со своей семьей. Когда он пошел в парк, он получает звонок от того клиента, который заказал эти 500 тысяч снежные шары. Этот Чак ему звонит и говорит: «Мартин, я очень извиняюсь, но тот ордер, который я сделал, я должен этот ордер cancel. Я должен этот ордер отказать». Мартин говорит: «Как ты можешь этот ордер отказать? Я уже все сделал. Она уже на корабле, наверное, уже до тебя доезжает. Я не могу сейчас этот ордер отказать». Чак ему говорит: «Я очень извиняюсь, но если ты посмотришь на этот контракт, на третьем параграфе написано, что я могу в любой момент отказать свой ордер. Я очень сожалею, но мы поговорили с моей компанией, и мы решили, что эти снежные шары, они не могут, мы не можем их продавать весь год. Мы можем только их продавать несколько месяцев в одном году, когда зима, и потом никто их больше покупать не будет. Поэтому мы решили, что мы должны отказать, сделать cancel наш order». Когда Мартин оставил телефон в тот день, он был очень и очень бледным. Он был таким бледным, что он не мог разговаривать. Что он будет делать дальше? Он такие большие деньги взял. Он взял 2 миллиона долларов от людей. У него была надежда, что он сделает большой прибыль от этого. Как он дальше будет жить? Когда его дети и его жена увидели, что он в такой стрессовой состоянии, они подошли и сказали: «Папочка, все с тобой нормально? Что стало? Кто тебе звонил?» Он не хотел, чтобы они были обижены. И он сказал: «Нет, все со мной хорошо, все нормально, не переживайте». Несколько дней дальше Мартину было очень и очень плохо. Он не мог кушать, он не мог спать. Он не мог нормально сосредоточиться, он не мог ни с кем говорить. Его жена, когда его видела, она очень сильно за него переживать начала. Она сама сказала себе: «Что будет с моим мужем? Если мой муж будет продолжать в таком духе, он очень сильно заболеет». Она подошла к своему мужу и сказала: «Мартин, только когда у тебя в жизни хорошо, только тогда ты в хорошем духе. Когда у тебя в жизни плохо, все, уже надо терять надежду, значит, надо уже все быть депрессивным, надо сдаваться. Ты не можешь так сильно переживать. Если ты будешь так сильно переживать, ты заболеешь. У тебя есть я, у тебя есть твои дети. Ты должен взять себя в руки, ты должен немножко успокоиться. Все наладится». Когда Мартин послушал свою жену, он решил обратиться к своему рабаю. Он пошел к своему рабаю и рассказал ему эту историю. Как он был такой глупый? Как он мог 2 миллиона долларов своих поставить на такое? Но это же был такой большой риск. Что он будет делать дальше? Когда он сказал своему рабаю свою историю, и какой он был глупый, и как он сожалеет, и что он натворил, слезами на глазах, рабай на него посмотрел и сказал: «Мартин, ты не можешь сам себя на так злиться, на самого себя, потому что все, что уже стало, это Бог контролирует. Как ты сделал деньги? Как ты эти деньги потеряешь? Какой контракт ты подпишешь? Какие дети у тебя будут? Как ты будешь со своей женой? Все уже написано. Никакой контроль ты не мог бы, ничего бы ты не изменил бы. Сейчас твое переживание тоже ничего не изменит.
Иди, обратись к Богу. Поставь все, что ты сейчас думаешь, все твои тревоги, которые у тебя на душе, обратись к Богу, поговори с Богом, и все наладится. После того, как Мартин поговорил со своим раввием, он пошел в тот день домой, запрел себя в комнате, и 3,5 часов он плакал. Взял свой тегилим, молился и плакал. Он столько плакал после того, как он помолился, что он пошел прямо спать. Первый день до нескольких недель он смог хорошо уснуть. Он сказал: «Моя проблема уже не моя проблема. Моя проблема уже Бога проблема. Все, что уже стало, стало. Я ничего не могу изменить». И с этими словами он пошел спать в ту ночь. На следующий день, когда Мартин проснулся, ему немножко стало на душе легче. Эта тяжесть, которая была здесь, этот комок, уже немножко стал меньше. Он уже мог вздохнуть и сказать: «Все, что было, уже было. Я не могу поменять все, что было. Я должен просто идти дальше». И через несколько минут Мартин получает звонок. Ему звонит мужчина, которого его звали Шон. Он поднимает телефон. Шон звонил от иншурансной компании, за которую Мартин застрахованный был. И Шон сказал Мартину: «Мистер Мартин, у меня для тебя очень плохие новости». Он сказал: «Какие новости?» Он сказал: «Те 500 тысяч снежные шары, snow globes, которые вы заказали, которые уже были на корабле, которые уже должны были до тебя достигнуть. Корабль имел много дырок. Вода зашла в этот корабль, и весь твой товар испортился. Ни один снежный шар мы не могли спасти. Мы очень и очень сожалеем, но мы не можем вернуть твой товар. Зато у нас есть для тебя очень хорошие новости. Ты был застрахованный. И наша иншурансная компания за то, что у тебя была полная страховка на твой ордер, вернет тебе всю сумму того, которую ты потерял из-за этих снежных шаров. И не только мы тебе вернем эти деньги, мы тебе добавим 15% дополнительных, чтобы ты заново мог это все восстановить. Завтра мы пошлем тебе чек на 3,5 миллиона долларов с нашей иншурансной компанией». За одно многовономение все изменилось. Мартин не только не потерял деньги, он сделал прибыль 500 тысяч долларов. Прям за секунду вся его история изменилась. Как это могло бы стать? Никто бы в жизни не предвидел бы. Никогда бы ни человек не подумал бы, что так Бог может полностью поменять эту историю. Для Мартина казалось, что все кончилось, что он попал в самый большой долг, что вся его жизнь кончилась. Он был депрессивный, он был нервный, но он понял в то время, что некому обратиться, кроме Богу. И когда он обратился к Богу, он понял в тот момент, как Бог мог его спасти. Кехерев айн. За одну секунду. Мы не знаем, как Бог нас спасет. Мы не знаем, что будет с нашими бизнесами, которые мы потеряли. Что будет с нашими работой, которые нас уволили. Что будет, мы не знаем. Но это не наше дело знать. Это не наше дело предвидеть будущее. Наше дело – это просто верить. Когда мы будем верить, что все поменяется в хорошее, что Бог никого еще не оставил и нас тоже не оставит, тогда нам просто будет намного легче. Все, что происходит, мы будем делать это все с радостью. И все это, который душевный покой, который нас столько беспокоит и столько болезней к нам всем приводит, все депрессии, все anxiety, все эти медицинские проблемы, от нас все поменьше станет, и мы можем жить долгую, счастливую жизнь. Спасибо всем вам, которые смотрят. Если вы думаете, что этот месседж кому-то поможет, сделайте share, помогите другому,
Потому что даже мне этот месседж очень сильно помог. И я очень довольна, и я благодарю вас всех, что вы даете мне возможность с вами поговорить и дать то, что я научилась, и передать это вам. Спасибо большое, что вы смотрели.